не понимаешь. Руки уберите от меня. Тебе что-то что сказали, руки, что заседание закрыто. Руки, оно не закрыто. Что делать? Кто вы такой? Вы до сих пор не представились. Ваше удостоверение. Идемте покажу. Ваше удостоверение. В этом заседании вы не будете. Почему я не буду? Потому что... Ну, оно ж открытое заседание. Подождите, сейчас вы уберемся. Ну, вы сейчас вызвали на заседание, поэтому я зашел. Заседание. Мы по другому вопросу вызвали, исполнительную службу вызывали, просили внести нам исполнительное производство. Хорошо. Подождите, пожалуйста. Почему? Мы пригласили. Ну, вы уже пригласили. Пожалуйста, когда выйдете, мы будем приглашать вас, когда и по тем делам. Вы только что пригласили. Вышли в коридор. Ира, пожалуйста, вас же попросили, сейчас я вызову по порядку, по очереди, как положено. Пожалуйста, выйдите, я вас приглашу. Пойдем в Гунина, рабочий ветеран. Пойдем на Сахара. Пойдем в Харитонова, это Бурдейна. Пойдем в Смитанюк, это Эрван. Пойдем в Диванду, Андриногеновой. Так, подавайте. Поделу 500 банк доллар кой. Вы одного соответчика? Да, ну конечно. Так, поделу Емец до Куцова. Светя Куцова, там еще 4 Куцова. Поделу Полунина, по заявлению постановленной факты. Так, поделу Арсенова. 200 банк. Хорошо. Емельянова, где да, есть по выдаче республиката. 4 до 5 у нас прием. У нас сейчас решили, когда мы подождите, я по всем сразу говорю. Вот так вот. А вы по какому делу? Я судебный распорядитель. Ну хорошо, что вы судебный распорядитель. Ну, я сейчас в коридоре стою. Да пожалуйста, я просто с вами нормально разговариваю. Я сразу... тоже нормально. Ну так я спрашиваю, по какому суду? У вас, как у судебного распорядителя, должно быть форма специальная. Да, должна быть. Где она? Как узнать, что вы судебный распорядитель? Я сейчас принесу вам судебный распорядитель. Форму оденьте в соответствии с вашим положением. К сожалению, наше государство не может обеспечить. Значит, вы не судебный распорядитель. Я не собираюсь с вами спорить. Вы говорите, государство не обеспечивает? Да. А почему в Киевском суде обеспечивает? Значит, обеспечивает. Не обеспечивает. Не знаю. Если вот вас этот вопрос интересует... Коррупционных аппаратов... И вот, пожалуйста, и задайте вопрос. Так это вы должны, не я. Вас не обеспечили, они меня. Я задал вопрос. Мне ответили, нету денег. Дальше. У кого нет денег? У судебной администрации. У судебной администрации, которая обеспечивает... Вы нас. Такие пошлины собираете? Я собираю пошлины, что вы глупости. Но администрация, вы не... Вот. Так, вы к нам в честь службы проходите? Судебно. Не руки уберите от меня. Тебе что-то сказали, руки, что заседание закрыто. Руки, оно не закрыто. Что это такое? Вызывайте быстро милицию. Вызывайте. Вызывайте милицию. Вызывайте. Вы судебный распорядитель. Какие да. ваши функции? Толкаться? Я вас никто не толкаю. Тут открытое заседание. Почему вы не пускаете на открытое, открытое заседание? Тут открытое заседание. Вам еще раз сказать. Тут открытое есть. Заседание. Откройте. Не применяйте ко мне силу. Не надо мне трогать. Я вас не трогаю. Пропустите, пожалуйста, в зал судебного заседания. Ты что, по-русски не понимаешь или что? На вас будет заявление написано. Да, пожалуйста. Откройте дверь. Почему вы не пускаете на заседание судебное? Потому что судебное. Это открытое. Нет. Это открытое заседание. Руки уберите от меня. Руки свои подальше. Что делать? Кто вы такой? Вы до сих пор не представились. Ваше удостоверение. Идемте покажу. Ваше удостоверение. Не надо на меня кричать. Кто вы такой? Преступник, бандит. Удостоверение ваше. Не толкайтесь. Вызовите кто-то грифон снизу, пожалуйста. Идите вызывайте. Да не стучи. Руки убери от меня свои. Уголовщина. Иди отсюда давай. Что, вообще обалдел? Фамилиями отчества. Покажу. Фамилиями отчества. Представляйтесь. Кто вы такой? Идемте, я покажу. Представьтесь, кто вы такой? Идемте, я покажу достоверие. Представьтесь, вы госслужащий.
Нет. Удостоверение покажите. Вы судебный распорядитель? Да, идемте. Покажите удостоверение. Пройдемте, покажу. На каком основании вы применяете силу? Я не применяю силу. Вы применяете силу? Я? Вы применяете силу? Какие обязанности? В ваших обязанностях нету. Там что, преступление сейчас происходит? Вы скрываете преступление? Не кричите. Вы скрываете преступление? Следующее заседание. Какое следующее заседание? Руки от меня уберите. В этом заседании вы не будете. Почему я не буду? Потому что, еще раз говорят, здесь судебный наказ рассматривается. По закрытой информации. Кто вам такое сказал? Только что объявил секретарь. Вы видели упалу суда о том, что это заседание закрыто? Нет, это не надо. Недостаточно слов секретаря. Если хотите удостоверение... Идите, вы... пишите уже заявление об увольнении. Уголовщина. Сотрудники милиции, можете подойти сюда, пожалуйста? Данный человек не представляется, применяет ко мне силу. Вот этот. Установите его личность, пожалуйста. Срочно 210 кабинет, пожалуйста. Срочно. Ты можешь подойти уже? Кстати, вот, потому что ловный завес. Секретарь вышла, сказала, что рассматривается судебный наказ. Ну и что? По какому основанию вы меня не пускаете? Это открытое судебное заседание. Не надо толкать. А почему он применяет ко мне силу? Вы сами применяете силу. Вы уже закончили? Пожалуйста, выходите. Преступник. Совещаются они там. Установите его личность. Куда вы уходите? Тут место преступления. То, что вы... Да. Установите его личность. Выйдите, куда вы уходите? Не мешайте, пожалуйста. Установите его личность. Установите личность. Вы сотрудник милиции? Скажите, пожалуйста, на каком основании вы запретили присутствовать на судебном заседании? Скажите, пожалуйста, на каком основании вы запретили входить в зал судебного заседания? Вы не можете ответить? Вы только что дали распоряжение, чтобы сюда не пускали никого. Пожалуйста, вам тоже удостоверение, чтобы не было вопросов. То, что вы меня знаете, это я понимаю. Удовлетворил? Когда вы уволитесь и сядете в тюрьму, тогда удовлетворите. Просто. Я на самом деле против. Нет, вы понимаете, как называется. Работайте сюда, я не могу. На сегодня присутствует новое заседание. Посмотрите кнопочку у вас на 210-210. Потому что там был какой-то шум, поэтому мы и нажимали. Ну, надо отжать. Сейчас... А? Отжать на левую кнопочку. Пожалуйста, пишите. А теперь у нас у судебного заседания есть эти вот, вы против или нет? Чтобы у нас вторая сторона против, пожалуйста, покиньте, потом следующий кто-нибудь против, вы тогда будете сидеть. Пожалуйста. Вы срываете мне заседание, пожалуйста. Законных представ нету для того, чтобы против было. Ну я против, а против представителя. Она госслужащая, ее мнение даже не учитывается. Пожалуйста, не сходите, но вы ее мнение действующим законодательством даже не учитывается. Есть разнесение юстиции, которое это все объясняет. Пожалуйста, дайте, вы не мешайте мне. Заседайте, я вам не мешаю. А со мной расправлялся вот этот ракушник, когда у меня это не дало.